десятки тысяч беженцев-ингушей, потерявших кровь и близких, уходили из зоны военных действий по горным тропам. На туристической карте Ингушетии этот маршрут помечен под номером 112. Туристы проходили его за 3 дня. Беженцы за 6-7 часов. Я, сударь, жила в Чернореченске с сыновьями, с дочерями. Сюда пришли осетины. Стреляли русские и осетины, местное население. А с домом они ограбили дом. Ограбили. Мародерствовали. Мародерство. А да. С меня пальто сняли, вот человек дал мне пальто. Чаю попьёмся. Да, ну, чаю. Бабушка, ну что там еще они здесь издевались? Мародерство, еще что было на самом-то деле? Заложниками оставляли. Оставляют. Я выскочила и через... Что у вас требовали, бабуль, солдаты? А водка есть? Я говорю, нет, пена водка. А водки нету. Так давайте, чтобы она покушала. Да. Посадите ее вон, да. Сейчас отдохнет, и потом в следующий лагерь пойдем. Нужно, наверное, сначала с людьми поговорить. Егор Тимурович! Егор Тимурович! Да. Вот я русская. Я здесь оказалась совсем недавно. Как можно было сюда ввести эти войска? Вы там о чем думаете, интересно знать? Вы нас кем здесь поставили? Мы кем здесь оказались? Мы же заложники здесь. А кем наши дети? Как они люди в глаза смотрят? Я учительница. Что я должна этим детям в глаза смотреть? Как, что я им должна говорить? Если вы хотели ввести войска, почему вы их не ввели сразу, параллельно? А получилось так, что осетины стоят сзади русских солдат и стреляют. Убивают, ведь они сделали бойню. Вы поймите это. Это же бойня. Я постаралась за эти дни быть везде, где только могла. Помогала беженцам. Бегала вот в Карабулаке. У нас в детских садах, сейчас детские сады закрыты, беженцы. Но вы посмотрите, 10-12-летние девочки изнасилованы. А это называется ингуши-бандиты. А осетины верные сыны России. Как можно было так по центральному телевидению передать, а? Да. Ведь получается, ведь вы поймите, что получилось сейчас. Ведь получилось, что вы, Россия, второй раз выселили ингушей. Вот сейчас у меня в квартире 4 семьи, 6 детьми, без единой одежды. Я не могу на них смотреть. Мы едим одну картошку, потому что в магазинах ничего нет. Хорошо, что у меня картошка есть. И муки немножко есть. Хлеба в магазинах тоже нет, его не достать. Что вы сделали с этими людьми? Как вы могли это сделать? Ответьте, пожалуйста. Скажу, что сейчас нам надо в первую очередь делать? Не устраивать истерики. Нам нужно обеспечить снабжение продовольствия. Вот для этого я сюда и приехал. Так. Необходимо перебросить. Егор Тимурович, да, подождите, да. Подождите. Секунду. Ну дайте я, вот, если разрешите, я скажу, что я думаю, потом я с удовольствием послушаю вас. Второе. Нам необходимо вместе сейчас обеспечить захоронение погибших. Это первоочередная задача. Ну, значит, надо... Я сюда приехал для того, чтобы организовать эту работу. А третье. Необходимо обеспечить обмен заложниками, реализовать его на практике. А вам не кажется, что это поздно? Что? Что? Поздно все это уже делать. Нет, я думаю, что... Конечно, поздно. Естественно, было бы хорошо, если бы мы знали о том, что разгорится этот конфликт не когда он разгорелся, а, по крайней мере, на 5 дней раньше. Если война, мы знали, всему это род знал, что война будет. Мы здесь сняли там. Все жители города Триединого, все заложники на 30 тысяч. Заложники в городе Триединого. Истребляют полностью Ингушетию. Истребляют для того, чтобы здесь создать свой плацдарм и заиметь Северный Кавказ. Больше ничего они тут не делают. У нас нету ни заводов, ни фабрик, ни рабочих мест. Мы не имеем возможности вообще работать и жить на Северном Кавказе. Когда мы бежали с Дачного, я лежала в грязи и слышала точную команду, когда ОМОНовцы командовали российским войском, эти звери, говорят, надо закапывать в ямы, когда приедет московская комиссия, чтобы меньше количество трупов было. При моих глазах закопали, я знаю, 3 места. Школа Корца, где закопано 10 трупов. Клуб Корцинский, где закопан в 3 местах. По 15, по 20 человек сбрасывали в ямы. Я знаю, как осетины сожгли 2 трупов
завернули их в тряпки, а вчерашним смотре показывали, что это, мол, сделали ингуши. Ингуши этого не делали. У нас убивают женщин, детей, хотя Осетия говорит, что женщин, детей вчера этот осетинский генерал передавал ложную грязь, аж мне бы не хватило его слушать. За что наказывать ингушский мирный народ, которым последним куском хлеба делился с русским, которым выбирали женщина на свою голову. Теперь нам уже от России ждать нечего. Мы просим вмешаться все мусульманские государства. Просим вмешаться ООН. Не дать, чтобы истребить ингушский народ. В чем виноват ингушский народ? То, что мы не умеем гладко прать и наглеть, как обнаглели осетины. Самое главное в том, чтобы мы поняли друг друга. И я все время, когда приходили ко мне представители ингушского народа, говорил: я ничего пока не могу вам обещать, пока я не побываю и не повстречаюсь, и не посмотрю в глаза представителям ингушского народа. Пока действительно не произойдет такая встреча, чтобы я почувствовал, насколько боли у вас в сердце, сколько вы вынесли за всю свою многострадальную судьбу за все эти десятилетия. Я это понял. И я обещаю вам поддержать вас. Передайте мое заявление, что я осуждаю и протестую против такого решения. Со мной я все-таки тоже тут не бесплатное приложение. Или вы мне тут доверяете в этом районе, Ингушетии? Или вы мне не доверяете? Тогда пусть приезжает тут Ельцин, сам садится и командует в Ингушетии. Меня-то можно было спросить? Они в 11 приняли решение, а в 5 минут 12 играют на том, что войска будут введены. Ну будет сейчас, я же не знаю, самим только осталось Аллахом или с Богом встретиться, а с остальными уже встречались. Ну как об стенку горох все ведет?